Так. Прополиса много. Тут у нас еще заставная стоит такая. Прополис не страдалец. У нас ответственный человек по прополису есть. Любит он его сильно очень. Больше, чем нет. Нет, другой по другим концу подцепила. Так, что мы имеем? Это та семья, которая отпустила рой, который мы пытались словить. Не запечатанный частично, а запечатанный. Жень, мы заберем ее. Рамка тяжелая. Впервые. Так, здесь у нас. Здесь у нас чуть-чуть меда, Жень, и сплошная однодневка. Кстати, в этом улике точно молодая матка. Проверено лично пчеловодом южным, самым опытным. И тут засев классный, значит матка получилась, Жень. То есть вот эти все ячейки, они полностью с однодневкой. Телефоном мы тебе это не заснимем. Потому эту рамку мы откачивать не будем, даже невзирая на то, что тут есть трошки меда. Здесь вот тоже расплод, и его много. Не трогаем. Здесь тоже расплод и однодневка. Слушай, классная матка получилась, Жень. Очень классная. Тут трутневые ячейки. Сорвалась овощина чуть-чуть. Это свежий листочек. Можно было бы откачать, но там расплод. Расплод жалко. Здесь, Жень, тоже, видишь, расплод. Так что никак. И здесь тоже немножко меда. Так. Это овощина, которая полезла. Так, и здесь у нас расплод тоже, Жень. Не знаю, что с этим всем количеством пчел будет. Ну, надеюсь, что найдут себе чем заняться. Так, здесь у нас вышел расплод. Новый засеять еще не успели, перги чуть-чуть. Ну и меда нету, рамка легкая. Так. Так, здесь у нас однодневный расплод. Да. Здесь у нас тоже расплод. Да, что-то прям прополис какой-то, урожай прополисный. Так, здесь у нас тоже расплод и личиночки.
И здесь у нас расплод. Разновозрастный, не только закрытый. Хочу качать, а ну поднимите. Так, тут потяжелее рамка. Это медоперговая, и она с медом. Мы ее заберем от Шота с этой семейки. На. Скажи, сейчас ее махнешь сюда, чтобы... Так. Не знаю, как мед, но мне больше нравится прополис. И с ним проще, да? Так. Другой стороной. Тебе что, надо поднять? Да, да. Так вот, все. Так, здесь тоже у нас свежий мед, запечатанный мед. Тут запечатанного побольше. Жень, заберем и эту. У них над каждой расплодом, на каждой расплодной там хватит им кушать. Несут себе еще. Ну вот и все. В основном расплод. Прополис больше, чем пчел. Смотри, Жека, как? Считаешь, что тряпки меньше, чем прополиса? Побери, дожуй ее. Чтобы зубы крепче были. Пусть.